Happy birthday. Я поела уже. Happy birthday to you. Такс. Жестко. Нет. Я с вами куда? Еда в Англии так себе. Да. Как бы. Да. Хочу делать ногти, но мне не разрешают. Что делать? А сколько тебе лет? Откуда у меня эта привлекательность? Да, умею готовить. У меня нет гранта. Но если честно, если бы Агату Кристи нет. Если бы моей дочке было 15, и она бы хотела сделать маникюр, я бы тоже ей не разрешила. Я бы ей не разрешила краситься в 15. Это слишком. Нет, не надо скандал устраивать. Мне это слишком рано, просто надо понять и все. Почему? Потому что не надо. Не надо просто. Просто сейчас все 15-летки выглядят как мои ровесницы, даже старше меня. Это странно. Типа я в 15, знаете, как я выглядела? Как 10-летний ребенок. О, спасибо. А тебе сколько? Мне 18. Но я знаю то, что это, конечно, в 13 начали краситься. О, спасибо, а какие ты бы запреты сделала для своей дочери? Не краситься без маникюра. No маникюр. Ну, типа, это слишком рано. А-а. 16 нормально. В 16 маник окей, но только по праздникам, наверное. Я бы еще запретила отношения дочери. Да. Thank you for the gift. А, спасибо за подарочки. Какие запреты у тебя? 16 тоже слишком. Мне, по сути, не разрешали краситься до 17 лет. До 11 класса мне не разрешали. Поэтому мне кажется, я бы так же поступила. Да. Я из Алматы. Ну вот, короче. Ой. Кто нормально рассуждает из девочек? Девушек. Правильно. Просто nice родаки. Да. Ну, не знаю. Конечно, меня ругали за оценки, да. Потом у меня просто не спрашивали, какие у меня оценки, потому что они знали то, что у меня все равно пятерки. И я просто в какой-то момент научилась правильно разговаривать с учителями. Да. Чтобы и... Да, у меня очень строгие родители. Родители. I saw you dancing in the rain. Сама захотела в Англию или родители отправили? Я сама захотела. Меня не хотели, по сути, отправлять. Меня хотели просто дать в The Montfort, либо же в Кимэп. Скорее всего, в Кимэп. Не был ударником даже за четверть. Родители пустили.
не хотели. Ну, до последнего нет. А потом я поговорила и... Ну, то есть я очень сильно хотела. Очень сильно. Я такая, пожалуйста, 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 пожалуйста. Постоянно говорила то, что я там буду учиться, я буду молодцом. Я не буду гулять, я буду дома сидеть. Вот это все говорила. И вот, потом, да. Удачи. Ну, поступить в Гарвард это возможно, поэтому, да, делайте. Мне кажется, да. Вот, а так у меня родители, да, строгили. Строгили, строгие. А я говорила, судьба, увидимся еще. Я скажу в США. О, классно, попалась ты меня. Классно. Ты платишь за учебу, да. Поэтому, да. Ну, короче. Чё, Дина, как дела? Я не Дина. Сколько, если не секрет? За чистое обучение я плачу 22 тысячи фунтов. За обучение только. На глазах чего боишься? У меня страх на глазах. Ай, какой у меня страх. Почему в США не захотела? Потому что, ну, меня не отпустили в США, сказали, нет, далеко. Я, по идее, хотела в Канаду, но в Канаду это слишком далеко. Слишком. Это совсем другой материк. Поэтому, да, мне сказали нет. Просто пишу что-то никому. Просто не обращайте внимания. Ладно. Вот, так, вот. Не, я вообще не жалею то, что поступила. Не, ну, по сути, я думала, типа, потому что в Испании... Это такая, ладно, шучу, нет. Не-не-не. Еще TOEFL нужен, он легче. Я, честно, не знаю. В Канаду, наоборот, там вроде сложнее поступить, что ли, нет? Ну, не знаю. Как учиться на пятерке, хорошо общаться с учителями и все. Не знаю, просто смотря какая у вас школа. Ну, в любом случае, если школа, то с учителями можно договориться, по сути. Договориться не в плане, типа, а просто подходите, говорите, я очень хочу пятерочку, мне очень нужно это для того, чтобы я поступила за границу. Потому что во многих университетах дают скидку за то, что учился на отлично. И, допустим, в моем универе вроде так, если не ошибаюсь. Ну, не знаю, в некоторых университетах... А, нет, в моем такого нет. В Хириатпорт вроде, в Дубае. Они смотрят на оценки. Мне скидку дали, да, за мотивашку. И за мои достижения. Вот... Да, поэтому учителям говорите то, что вам надо за границу. И поэтому нужны отличные оценки, если они такие, надо было думать об этом раньше, то просто сказать, пожалуйста, дайте дополнительную работу. Я хочу пятерку. И просто проявлять интерес к уроку. Все. Не смотрю футбол. Я сдавала IELTS. Как определилась, куда поступить? Я определилась. Ну, у меня был вариант поступить в Швецию, потом в Дубай и сюда. Сюда я подавалась в 3 университета и поступила, бла-бла-бла. Ну, я, короче, везде поступила, просто надо было выбрать страну. Я выбрала именно этот универ, потому что здесь тихо, город тихий, скучный. И я не загуляю, грубо говоря, так-то. И, типа, здесь безопасно очень. Да, я занималась балетом. Я всем занималась в детстве. Я занималась балетом, фортепиано, карате, рисованием. Я рисовала на шелке тоже, кстати. Прикольно. Домброй занималась, танцами. И...
Чем-чем, много чем. А, да, я на английском не читаю почему-то. Please have mercy. Another people. Что? Ваш аттестат котируется во всем мире? Какой аттестат? Как вы учили английский в школе? Меня не пускают из-за того, что не с кем жить, будет как уговорить. Скажете, в общежитии буду жить, выйду из зоны комфорта, стану взрослее, буду сама зарабатывать. Ну, а, кстати, я сказала, типа, я очень много перечислила того, что я буду делать здесь. Я сказала то, что я буду работать, и это будет хорошо для моего опыта, бла-бла-бла, язык и так далее. Как вы учили английский в школе? В Англии все скучно, кроме Лондона. В Манчестере не скучно. Какие преимущества тут? Просто надо родителей уговорить. Сколько год по летам? Я занималась, я не знаю, ну, достаточно такие долго в детстве.